12-й экономический форум стартовал в Красноярске. В эти дни в городе находятся более 1000 гостей, многие из которых приехали из других стран. Но на дорогах и на площадках проведения мероприятий царит порядок. А все благодаря работе организаторов. Гости начали прибывать еще за несколько дней до начала экономического форума. И все отмечали, масштабность события почувствовали еще до приезда. Особенно тщательно пришлось готовиться переводчикам. 28 профессионалов помогают ведущим экспертам из разных стран понимать друг друга. Присутствую в терминале до аэропорта Шереметьево, где-то начиная уже с прохода контроля, огромное количество людей летело на Красноярский форум. Соответственно, ну то, что самолет был, я думаю, процентов на 8 заполнен посетителями данного форума. Ну, во-первых, огромная работа была проделана предварительно вместе с организационным комитетом данного форума по подготовке тематической части с их стороны, соответственно, с нашей стороны, это подготовки самих переводчиков к работе, потому что это очень важный аспект работы любого переводчика, это именно подготовительный процесс, изучение материалов предстоящих, изучение программы мероприятий, изучение участников мероприятий, да, каких-то докладов, которые будут обсуждаться на данном мероприятии. Этот процесс очень важен и, ну, по сути, он, наверное, играет 50% от качества того перевода, который на мероприятии будет показан. В этом году в форуме принимают участие эксперты из 27 государств, в том числе представители стран Латинской Америки, Китая, Японии, Кореи и других. А сегодня, конечно, еще и добавились наши европейские страны, более 8 наших европейских стран, это Англия, Германия, Италия, Франция. Практически ЕС будет представлена ведущими странами Европы. Это тоже очень радует, потому что независимо от того, что происходит сегодня на мировой авансцене, люди к нам едут, ищут возможности сотрудничества. Я думаю, что Сибирь как раз вот тем и отличается, что здесь есть возможность договориться, и Красноярский экономический форум вот, ну, наверное, наиболее благоприятная площадка для этого. Чтобы было легче ориентироваться, некоторые гости, например, представители стран Азии, приезжают со своими переводчиками. А все конференции и встречи впервые проходят на 4 языках – русском, английском, китайском и испанском. Помогают ориентироваться гостям 200 волонтеров, которые хоть чуть-чуть, но все же говорят на иностранных языках. Особенно стремились попасть в Красноярск эти 75 человек. Первый день форума был отведен молодежной площадке «Поколение 2020». Все участники приехали заранее, несколько дней разрабатывали с экспертами и модераторами свои проекты, чтобы уже на самой площадке четко представить свою позицию. В этом году конкурс просто побил все рекорды. У нас более чем 1500 заявок со всей России, это более старых городов. Это совершенно разные люди, это очень интересные, взрослые, каждый из которых действительно серьезная личность. И мы в этом году возрастную рамку несколько расширили. Мы принимали заявки от ребят до 39 лет, поэтому средний возраст он поднялся. Ребята приезжают уже на протяжении последних 4 дней, и мы действительно видим, что мы не ошиблись в своем выборе. Это действительно очень классные и очень правильные в тех сферах, в которых они подавали заявки. Мне очень приятно, что я снова в числе победителей. Это уникальное ощущение для молодежи. Мне кажется, нужно почувствовать для личностного роста, для развития. И я занимаюсь социально-гуманитарной наукой в плане помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями. Это улучшение качества жизни наших граждан. И я верю, что вместе со своими коллегами мне придется что-то новое, да, развить и добыть и для себя, в том числе наладить новые контакты. Обсуждать проекты и проблемы будущего на форуме будут до 28 февраля. Участники подпишут 20 инвестиционных соглашений. Сегодня форум станет площадкой для налаживания новых партнерских отношений в рамках подготовки Универсиады 2019. Автономная некоммерческая организация «Спортивное вещание» и дирекция Универсиады 2019 подпишут договор о сотрудничестве. Для этого в Красноярск на несколько часов прилетает генеральный директор «Спортивного вещания», известный спортивный комментатор Василий Кикнадзе.